Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть GTA 5. Так, минутку. Вот сюда. Вроде недалеко. GTA 5. На. Еще и подпукивать. Тихо. Отсекатель. Ну давай. Быстрее. Ну ты чё? Что происходит нахуй? Компьютер не разогрелся. Чё? Это чё такое? Чё-то через раз-то нахуй. Хорошо, то плохо. Бак. Давай. Все, катим. Вот сюда. Да ёб твою ж-то мать-то. А, дом это дом. На. Блин, прошлое это мое видео 18+, оказывается, вышло. Так что... Все, приехали домой. И что мы там видим? Йогой заниматься, да пошли вы нахер со своей йогой. Минутку, берем, взяли, на диван. Что случилось нахрен, что за прогружение? Вроде все hey, должно хватать. Я твой друг, и мне ничего. Вы больше Тревор, блин, такой, как бомжара, нахрен. Пипец. Так. Ну и дура же твоя баба. Несмотря на весь этот бардак в последнее время. Кажется, я наконец-то разобрался в своей жизни. Знаю, звучит глупо. Нет, что, ты совсем не глупо. Понимаешь, ты же у нас крутой, да? Да? Ты человек дела. Ты не сидишь на диване. Ты банки грабишь. Ты снова в деле, брат. Мы снова в деле. Понимаешь? Осталось только Брэда вытащить из тюряги. И все будет в шоколаде. Франклин делает нашу команду какой-то... Хрен пойми. Мы как современная Америка, только гея нам не хватает. Во как. Нет, я не об этом. Деньги у меня есть. От них одни несчастья. Я хочу кино снимать. Прекрасно. Прекрасно. Что будет со мной в этой втором акте твоей жизни? Мы провернем последнее, самое большое дело, и закроем лавочку. Я не в игрушки играю, понимаешь? В этом вся моя грёбаная жизнь. У меня семья, мать его, а у меня ничего нет. Всем насрать на меня. Мне нет. О, ты ж мать. Да пошел ты. Я видел твою могилу, рыдал над ней. А потом оказалось, что я на самом деле нихера о тебе не знаю. Вообще нихера. Да ты не умер тогда, и ты не мужик. Ну а ты кто такой? Я твой старший сын. Ты задолбался своими угрозами. Да. Самое большое дело провернем. Чё ты? Слушай, можно я кое-что у тебя спрошу? Я уже давно-давно об этом думаю. Там... В Северном Яконте. Когда там похоронили вместо... Кого там похоронили вместо тебя? Никогда не задумывался.
You know what I'm thinking? А знаешь, что я думаю? Понятия не имею. You treacherous piece of shit. Ты подлая тварь. You're fucking dead. Ты для меня сдох, знать тебя не хочу, гнида. Fuck. Trevor, hey, Trevor, эй, ти! Что, мне еще догнать его надо? Еще и на моей машине. Блин. Доберитесь до международного аэропорта. А, у меня может быть машина вот здесь. Ага, как же. Так, где мне машину можно взять? Fuck you! We'll order pizza. Fuck you! Fuck your pizza! Fuck everything it stands for! Это продажа какая-то, да? Со скидкой. No, it's clear and reason thought. Finally! Stop your car! Come on! Come back! Блин, в четвертой части хоть такси можно вызвать. I'm not gonna listen to another one of your lies! Hey, I'll lay it all out for you, everything. Just stop the car. Только остановись, поверни обратно. Я хочу сам все увидеть. Машины, я вижу машины. За которые меня не посадят, кстати. Давай. How do you do it, man? The game is up. I'm trying to save you a trip. You've done me enough favors, buddy. All right, save your fucking breath. Trevor. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, грузовичок. Soon enough, I will. Так. Shit. Special agent North. Так. Shit. Davey. Shit, he knows. Особый агент Норт. What? Who? Think. Так, 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 так. Shit, how? I don't know how. Used his head. Ну давай посмотрим. Hey, he's on his way up to Ludendorff. Тихо. Аккуратней. Then what? Then who fucking knows? Вдруг что когда таких машинах и гоняли, ага. See if I can reason with him. I come, but I. Yeah, don't worry about it. It's between me and him. Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down his list. That's good to know. Опа. Ну давай, падла! Давай! Ехаем. Пока нормально. Куда? Поворот. Новый поворот. Ой-ой-ой-ой-ой. Хрен нас там. Блин. Не прогрузили вовремя. Давай, текстуры, блин, вонючие. А на этой развязке поедешь дальше, вообще весь день потеряешь. Но не туда же, не туда. Твою ж мать, да пошли вы нахрен. Тихо.
Да успокойся ты, блин. Ёб твою мать. У меня еще дверь снес. Козлина. Все, добрался. Так, а за мной, ага, еще охотятся. Наши люди готовы составить ему компанию. Убить меня хотят, что ли? Понять не могу. Я так понял, поехали могилу копать. Так. Так, так, так. И здесь дождь. Слушай, Аманда, мы проезжаем в Лос-Сантос, начинаем новую жизнь. Я заключил сделку, мы начинаем все с чистого листа. Так, слушайте меня, и когда никто не пострадает, доверься мне, милая. Посмотри на меня, Аманда, что мне еще оставалось? Варианты были, или сам сдохну, или все останется один. И остался я. Спокойно, Ти, спокойно. Его зовут Дэйв Нортон, он хороший парень с реальным взглядом на вещи. Он проставится, я выйду из игры. Тут и думать нечего, Аманда, у меня нет выбора. Ты хочешь умереть здесь, где всегда идет снег, или жить там, где всегда светит солнце? Слушай, ты вообще жить хочешь? Скажи мне, что хочешь, мы это уладим. Есть одно хранилище за городом, тебе лучше не знать. Обещаю, все будет в порядке, в полном. Не дрейф, действуем по плану. И все будет в ажуре. Я сделаю свою часть сделки, Аманда. Все кончено, мы свободны. Детка, заживем счастливо, как нормальная семья. Это в план не входило. Ну вот, почти добрался. Дело сделано, все в порядке, милая. Все позади. Все накрылось. Оно одно последнее дело, и на этом все. Доберись до своей могилы. Твою мать. Давай, смотрю, кто же там похоронен. Вот уже копает, поди там вовсю. Да. Hey, не трать попусту время. Ты для этого здесь? Сказать мне, что я зря здесь время трачу? Давай, раскапывай. Мне насрать. Да ты похожий, которому на все насрать. Не смеши меня. Долго ты еще будешь врать, Майки? Когда это кончится? Все тайное станет явным. Успокойся, Тревор. Ничего там нет. Вот он. Момент истины. Че, мне тоже интересно теперь нах. Ну, кто-то есть. Как будто я не знал. Брэд. Слушай, каждый выживает как может. Все это вышло не совсем так, как я планировал. И как это ты планировал, а? Брэд в тюряге, а я в земле, или мы оба в гробу? Брэд подстрелили, ты видел? Он не выжил. И меня тоже. Вот и все.
Я думаю, единственное, чего ты не планировал, это увидеть меня на своем пороге 10 лет спустя. Майки, я горевал по тебе. И мне тебя тоже не хватало. Но у меня есть долбанная семья, Тревор. Мы все должны были умереть. Он умер. Змея, ты подколодная. Нет, я этого не хотел. Врешь, только у тебя сраная кишка тонка. А я другое дело. Я потеряю больше, чем ты. Лучше и не скажешь, брат. А теперь стреляй. Нет, не буду, я чую. Кишка тонка. Давай, твою мать, стреляй. Это еще кто? Твою мать, он еще и меня ударил. Мистер Флипс, вы не по адресу. Эй, вон сюда. Лови бойфренда. Бойфренда? Вот мудила. Who are your friends, T? Stop the man! Go find us! Так. Подождите. Где он? You're making a mistake. Твою ж мать. Что вас так много? Где вы, падлы? Давай, беги. Да беги ты! Твою ж мать! Может, какими-то другими путями надо было? Вот он. Держи руки на виду. Тебе некуда бежать, бойфренд. Ладно. Вытряхивайся из машины. Что-то я не пойму. Почему бойфренд? Бля, еще и управлять сейчас опять. Давайте. Летите на аэродром.
Trevor Phillips Industries. Mr. Phillips, this is Wei Chang. You know my eldest son, Tao. Yeah, the ex-nut. Backed out of a contract we agreed on. Блин, лететь, лететь. Still learning the ropes. Спасибо, по-прежнему освободите дела. Мои друзья опустили вас на северном фронте, а я надеялся, что мы сможем побеседовать. Так это были твои люди, извини, что пришлось свалить. Your operation causes problem for me. Я хочу начать операцию в округе Блейн. Но вы с вашим темпераментом не даете мне установить там связи. Очень жаль. Но что поделаешь? Я уже кое-что сделал. Ваш любовник у нас. Мой любовник? Майкл Десанто. Вы вместе жили в трейлере, вместе с горничной. А потом уединялись в том большом доме. Очевидно, что он очень близок к вам. Сколько вы готовы отдать за его безопасность? Мой любовник, ага, точно. Да, не повезло. Не хотел передавать друга, но хотел подвергать его безопасность. Но тут же выбирать не приходится. Бизнес я не сверну. Тогда он умрет. Я серьезно. Передай ему, что я люблю его всем сердцем. А как выпустить-то? Твою ж мать, я забыл, как шасси выпускать. Ладно. Ой, я опять заново. Да ё-моё. Ладно. Trevor Phillips Industries. Mr. Phillips, this is Wei Chang. You know my eldest son Tao. Oh yeah. Massive E-head. Backed out a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes, thank you. We've been watching you, Phillips. Your operations causes problems with our plans for expansion. And since you're not a viable business partner... Whoa, viable? Так, подожди, what подожди. The fuck давай, is давай, that? Давай. We have your lover, Phillips. From the trailer. My lover? Yes, Michael DeSanta. Крути, крути. You live with him with your maid. He's in our custody now. Give yourself up and he will live. Okay. Так, all right, понятно. Yeah, yeah, no, of course, man, that's a tough break. Да, закрой рот. Так. Так, это мне... Все понятненько. Давай. Просто теперь едем вперед. Да. А что, все что ли? Ладно.
Давай оставим пока его здесь. Ну, в принципе, недалеко. Давай. Я даже вижу, он на мотоцикле едет. Правильно? Нет. Нет? Не на мотоцикле, кто-то ехал. Машина припаркована. Ну где ты, мать твою? За ногу. Спит. Ну что ты днем спишь? Где выход у тебя? Здесь что у тебя? Так. Ой, мать, а кто так строит? Вот так вот. Так. О, ну в принципе там где-то по прямой. Вон мотоцикл есть. А машина-то не прокачана вот эта. Да. Ну ладно, сейчас если заедем по пути, то может быть и прокачаем. Главное броню установить. И тормоза. Двигатель-то хрен с ним. И этот вроде неплохо справляется со своей работой. Но только если будет по пути. Тихо. Давай, маньячина. Да. Да тихо ты. Нафиг. Я уже давно уехал оттуда. Все в кровище. Кошмар, кошмар. Это трагедия, трагедия. Ну ничего, мы не будем унывать. 25 числа сего месяца дворник старый во дворе у нас повесился. Но не будем мы о нем горевать. Дворник старый, молодым вперед шагать. Школа жизни, это школа капитана. Так авторские права, по крайней мере, не предъявят. Там я научился вот купить из стаканов. Школа жизни, это школа мужчин. Там научился я обламывать женщин. Да. Ну чё вы? Идиоты. Ну-ка, смирные идиоты. Ваш отец пришел с работы. Слушай, я так, черт, нигер, да я готов бабку получить. Остальное психа встретимся. Там все и проведем. Ну, садись. Так. Давай, маньячина. Ты-то, кстати, самый маньяк из всех.
Ага, за ней. Есть машина, да на. Сели, поехали. Он ждет у гаража. Так. Так, машину повреждать не стоит. The boost, homie. How'd it go? А то, по-моему, чинить потом отправят. Yeah, I do know you, fool. О, so да, я тебя знаю. Smooth что ты думаешь, все шоколадно? Where the blood stains and the bullet holes and shit. Man, fuck. That amateur shit behind me. Давай, I'm давай. A professional now, like you and them old dudes. So tell me what happened. Спокойненько, спокойненько. I took the ride. No drama. No security. No one saying, who the fuck is this gangly motherfucker doing in my car? Nothing. That's worrying, man. That's some shady ass shit. Тихо, тихо, тихо. Так. Ну вот почти даже и не разбили, да вроде пока еще не царапинки так. Чтоб не сплюнуть. Чтоб не сглазить, то есть. Сплюнуть, чтоб не сглазить. Давайте, мужики, работать. How is that? Это я не понял. Line it up on the carrier, homie. Итак, если босс доволен, то можно ехать. Какой он нам босс? Так, поехали. Блин. Опять я видел. Блин, а машины-то классные все. Доберитесь до точки сброса. Блин. Все машины классные, посмотрите. О, такие-то, да, hey, в реальности-то в гараже бы в своем иметь. Scooch up, homie. Yeah, scooch over here. Scooching in that crazy dude? Oh, hell no, that nigga stank. Get over here. Ведь я король fight. Среднего ряда. Он поравнялся мужчина на Порше. Смотрю на его довольную рожу. Rumor and hearsay. We got a long way to go. I'd get comfortable. All right, nigga, but don't try nothing. How far is it? Тихо, this тихо, thing? Тихо. Yeah, about 4 hours. Shit. It's your давай, operation, ехай. Slick. Shit, if you all right driving, I'm gonna catch up on some sleep. Go for it. It's all right being a boss. Еще. Meant to be еще. Running things, but this fool's sleep. Yeah, I'll be asleep when your ass stop talking, nigga. Вот сюда. Some boss. Прекрасно. Hey, man, what that other dude? The dude that creeped on that dude. А где Michael? Второй чувак? Майкл? Отмутился. Well, what you mean? He stopped о чем ты? Он no перестал мутить, больше не мутит. He like retired from, типа ушел на покой. From совсем завязал. That's funny, cause like boy Frank didn't miss a shit about that. And as a matter of fact, I don't even know. Куда вы падли? Considering the mutual acquaintances we got, I... Ко мне вообще как ехать-то надо? Охренеть! Охренеть! Ладно, еще одна поездочка будет. Я думаю, машину довезут, понесет. Поэтому наслаждайтесь поездкой, как у дальнобойщика нахрен будет. С маленькими поправками только. В это время можете включить свою какую-то музыку расслабляющуюся. Или напрягаетесь. Oh, просто shit, катите вдоль по волнам, не спеша. I don't know if Franklin knows, but let's just let him sleep. Смотрите, какие дома. Yeah. Кстати, в Новосибирск, если приезжаете, там на вокзал, по-моему, такой же дом видно прямо. Гостиница. Забыл, какое название. Yeah. Да. A liar. Above all else. Также среди этих домишек выглядит. Homie, you sound like some bitch he ain't called. Like, he lied to me. Опа. I am some bitch he didn't call давай. For 10 years.
Немножко вперед. Немножко назад. А что здесь не прогрузилось? Еду вроде не спеша. Да заткнитесь вы. Man, the first time's always special. I hope he was gentle with you. Enough of that! And enough about me. Может, даже задавил его там. As a rule, maybe when I got to LS, о чем они там говорят, я понять не могу. By the place, I got a little out of control. But that ain't who I am for the most part. But the Michael Fuck. Yeah, the Michael fucked me, and the Michael fucked Brad, and the Michael ran off with the FBI. Так, еще поймал Брэда и сбежал. Брэд, это что еще за хрен? Who the fuck is Brad? Brad is our boy. Брэд тогда был с нами. Michael killed him. Michael got him killed. He died when Michael faked his death. I thought Michael died and Brad was in the pen, when actually Brad was in the ground and Michael was in hiding. The boss yeah. man ain't gonna like it if we leave him whips behind, man. Get him back on. We good, you old clumsy motherfucker. Man, it's a good thing I told your dumb ass about that shit. You unhooked it, man. We ain't leaving them whips. Hey, bro. You unhooked the trailer. Hook it back up. That's a good precept. You need to get that thing on the back of this motherfucker. Ну-ка, подождите-ка. Заткнись. Alright, we good, you old clumsy motherfucker. Man, it's a good thing I told your dumb ass about that shit. Так. Я хотел уж таранить там нахрен. Да, сложно мне. It's a lonely old road, ain't it? Еще фонарь на машину упал. Hey, I couldn't say. I mean, not really. A road's a road. It ain't got abandonment issues. Пипец. Truckers on the blacktop. Ну ладно, хоть. Making do. I don't need to make do. I need to make snap. Прицеп сам соединяется. Sure. Yeah, the time will come. It's what happens before we get paid is what? Franklin's А вот мне что было? It's just me and you. What you trying to say? You want me to jack you off or something? А вы как-то маленько неправильно. No, of course not. Unless... Man, you're a sick fiend. Just fiending for some friendship. Friendship? Right, whatever, man. It's just... Truckers are a symbol in this country. Ехаем. No part of its mythology, like cowboys, gangsters, hobos, gangbangers. Truckers are about the unsexiest myth I ever heard. Apart from hobos. Maybe tied with hobos. Freedom. Loners in the night. You know what truckers do? Cut up women and get other dudes to jack them off. Come to think about it, aside from not lugging freight around the country, you got about all the necessary prerequisites for a fine career in haulers. No shame in that. Вот так вот. If you don't want to get paid or enjoy human contact. Money's bullshit. Собрал. So is friendship. All right. I see you still touching. Ехай давай. How's Franklin doing over there? Медленно, конечно, едет. Getting paid to sleep. Don't even worry about him. Ah, sleep of innocence. Почему он думает, что это я убил? Ой, то есть Майкл и кто там убил? Ни хрена, его менты подстрелили в самом начале игры. И это было видно. Блин. Так, машину я покидать не буду за оружием, чтобы идти. Мало ли. Хотя даже не знаю, КамАЗ можно прокачать? Как-то не пробовал. Давай. So, tell me, man, how y'all end up meeting? Michael introduced us. Me and Frank didn't exactly travel in similar circles. Да вот так вот, самолет куда-то летит, смотрите, так вот сесть самолет и вчера отсюда говорит. На Филиппины! Там сейчас прекрасна погода.
Ой, фотографии мне прислали, прям замечательно. Да, люди отдыхают. И за меня, и за себя сейчас там. На Филиппинах. Красиво, да. Так. How you doing? Where? When? All right. Ладно. Хрен с ним. У меня была небольшая грузовая компания Северная Контик, крошечная. Мы были просто пацаны. Пацаны с самолетами, ну вот один мой знакомый говорит, что одному парню нужно перевезти горячий груз через границу. Деньги обещали хорошие, я тогда еще не знал, что нужно наводить школу. Давай, подождите, туннель. I got told one guy in cargo. First car comes through the gate, stops. Кто-то выходит, парень из моего возраста, лет 20. Первая машина въезжает в ворота. Love at first sight. Yeah, something like that. Давай. Other car comes through the gate. Old guy falls out, starts yelling, waving his arms and pointing at the kid. The dude that got jacked? Who fucking knows? Fat guy's running, old guy's shouting. I don't really care. I play peacemaker. Concerned citizen. I get close to the old guy and I pull out this flare gun I'm carrying around, squeeze the thing off in his eye. Shit. That was horrible. Давай, ехай. Pick up the body and dump it in a lake on the way. Thing was still burning in his head when we dropped him. No. Plane never smelt the same. Да ничего, поцарапал только. Threw up when we landed. It was quite a baptism. You ain't never clapped nobody before? Куда? Some deer, foxes, drifters. Nothing serious. Ha. So that was like it? You and Michael rolled it on through? Más да. O menos. Вот, кстати, вот здесь хорошо порыбачить, посидеть. Тихий океан. Until Michael got his nerve. Да. Until he got it, and he lost it. But that's another story. Так. Что-то я не понял, почему за мной охотятся. Wake up, you dozy motherfucker. One time was on a ride. Следи за тачкой. This is what happens when you что fall asleep бывает, on the job. Работе, what are you gonna делать? Do? All right, shit. Ну ладно, с этим разберусь. Ты езжай, а я отвлеку их. I'll use the JB-700 to get rid of them. Man, might sit there and be some hardware on board. Shit, we'll see. Ага. А, hey, так это все по сценарию. Тогда ладно. А, в смысле? Да подожди ты, блин, я же не могу так. Да блин, кто так ведет? Вот так вот. Вот так вот. Тихо. Man,
Давай, давай, давай. Последняя машина вроде осталась. Давай, давай. Похоже, у них закончились копы. Может и так. Блин, тут вон какая-то авария была. Hello. Hi. It's Franklin. Franklin Clinton. Mr. Clinton, sure. For the record, this falls under attorney-client privilege. Ага, что-то на этих не действует. We got that shipment, you know. Cops was all over it, but we lost it. Where exactly you at? Procopio truck stop. Get here soon. We're taking a ride to the truck stop at Procopio. Так, везем тачку на другую человеку. Понял. Здесь колесо тебя прострелил. Блин, залезть-то я тоже не мог. Прикольная была миссия, да? Hey, I'm gonna speak to the leader. Я поговорю с адвокатом, заберу бабки. You taking care of. Давай. Back to town. Вот мы и встретились. Молли. Hello, привет, Франклин. Yeah, ага, где Дэвин? So meditating or ripping somebody off? Медитирует или разводит опять кого-то? Учитывая, какие драматические последствия привели ваши действия, мы решили, что надо и пока лучше не встречаться. Где деньги? Мистер Уэстон один из самых талантливых инвесторов в мире. Он... безусловно, действует. Однако, да, не анализирует. Ага, может, он и талантливый, но вот что я тебе скажу. Он тебя никогда не полюбит. А где мои деньги, мать твою? С вами произошло лучшее на моем... что можно было рассчитывать, он поддержит ваши деньги у себя, вложит их в свой фонд и передаст их вам. Когда подобное действие не привлечет ненужного внимания. Иными словами, меня ограбили? Ты что, шутишь, мать твою? Мистер Клинтон, это весьма недальновидный взгляд на ситуацию. Поехали. Я угоняю тачки и шваляю мудаков. Дальновидность — это не моя тема. Блин. Вот сейчас как мне объяснить, что... она? Даже не знаю, блин. Обидно. Аж пипец как обидно. Ну что ж, тем не менее, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Лестер, что происходит, Майк? Видел человек, с которого меня свел, зажал деньги. Он отключил телефон и кредитками не пользуется. Это ненормально. В последний раз он оплатил картой билет до Северного Янгтона. Потом его мобильник подал сигнал в Лос-Сантосе, а после этого молчание. Значит, он в городе. Видать, у него могут быть проблемы? Не знаю, стоит спросить у Тревора. Скорее всего, он был с ним на Среднем Западе. Я спрошу его с тобой встретиться. Черт, хорошо, слушай, отправь его к моей тетушке, ладно? Пока. Кстати, почитайте книгу. Андрей Белянин, «Царский сплетник», трилогия. Советую. Пока.